Добрый день. Итак, продолжаем серию наших видео о дыне Анамакс. Как вы уже могли смотреть предыдущее видео, где мы рассказывали о рассаде, о том, как она себя ведет в рассадном периоде, какие рекомендации, что нужно делать для того, чтобы была хорошая рассада. Сейчас мы на поле в период активной фазе роста, активной вегетации дыни Анамакс от американской компании United Genetics. Итак, эта дыня очень порадовала нас в 2016 году по своей развитию и по устойчивости к заболеванию. 2016 год был очень тяжелый на юге Украины. В том плане, что было очень много дождей в мае месяце. И когда уже где-то в середине июня началась очень сильная жара, интенсивные высокие температуры. А сейчас у нас дата съемки, это начало июля месяца, сегодня 5 июля, и вот мы видим такую картину. То есть раньше по полям я наблюдал очень большие вспышки бактериозов по дыням, и которые привели некоторые гибриды уже к полной гибели. Наша дыня Анамакс, она достойно выдержала вспышку и удар бактериоза. И мы видим, что она растет и развивается. Вот особенно хорошо видны в том, что верхушки они продолжают расти. Мы видим, что идет молодой прирост. Можем очень наблюдать то, что она обильное цветение идет у нее. На данный момент уже завязалось довольно-таки достаточное количество плодов. То есть, вот если так посмотреть, вот мы сели произвольно, разгребаем, я вижу, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть и так дальше. То есть, только в этом месте я насчитал более 6-7 плодов. И вес плода на данный момент ориентировочно где-то около 2,5 килограмм. То есть мы прогнозируем на то, что дней через 10 здесь начнется первая выборка, и мы с вами опять же приедем на поле и посмотрим уже готовые плоды дыни Анамакс. Да, и еще, что бы я, допустим, рекомендовал в этот период, вот буквально перед тем, как подойдет уборка, обязательно надо обработать сейчас инсектицидом. Я наблюдаю, здесь есть тля. Вот, кстати, божья коровка, яркий тому пример, что есть на поле. И плюс от вредителей, и можно профилактически еще поработать фунгицидом. В данном случае я бы поработал все-таки опять Курзат-Р. И как бы мы сняли и закрыли все вопросы до самой уборки. То есть дыня Анамакс от американской компании United Genetics довольно-таки хорошо нас радует. И ждем хорошего урожая.